дня водомети почали застосовувати з вулиці Інститутської. Майдан відбувається, точніше, Майдан очепили з усіх сторін силовики. Там стоять довкола Майдану, Майдан в щільному очепленні, використовують коктейлі Молотова з боку протестувальників, підпалили БТР, який також підійшов до Майдану, зі сцени обіцяють, що якщо Беркут відступить, то протестувальники не будуть атакувати силовиків. Зараз маємо на зв'язку із Нью-Йорка президента Грузії, екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, який також стежить за українськими подіями. На Майдані цієї миті триває антитерористична операція, принаймні так це назвали ті люди, які з гучномовця закликали жінок і дітей розходитись з Майдану, представники МВС. Наскільки адекватно це називати антитерористичною операцією, говорити зараз складно. Михайло Саакашвілі з нами на зв'язку. Доброго вечора. Вітаю вас. В першу чергу я хочу виразити соболезнення сім'ям погибших. В тому числі я слышал, що для них, серед них були громадяни Грузії, але всім близким всех погибших. И я хотел бы сказать, что слышите вы меня? Да, конечно, слышим. Я хотел бы сказать, что это не антитеррористическая операция. Теперь в центре Европы, в бьющем сердце Европы, устраивается новый Тяньаньмэнь. В свое время в Китае на площади Тяньаньмэнь точно так же напали на людей, точно так же их сравняли с землей демонстрацию. Но это не это не Китай, это центр Европы, тут решается судьба Европы. Я думаю, что Владимир Путин за те 2 миллиарда, которые он заплатил Януковичу на этой неделе, он купил суверенитет Украины, он купил право на разгром, на разгон демонстрации, на кровавые, на те кровавые события, которые сейчас происходят в Киеве. Я, к сожалению, должен констатировать, что, конечно, ни одна власть не стоит того, чтобы за нее хвататься, ухватываться, стрелять в собственный народ. В свое время, когда у нас были уличные демонстрации, я вот сам подал в отставку в 2007 году, и не стоит ни одна власть того, чтобы для таких действий пойти. Но реально, к сожалению, приходится констатировать, что власть Украины, президент Янукович, отказался от суверенитета Украины, подчиняется прямо приказам из Москвы, и, конечно, это чревато тому, что отказ от суверенитета чревато даже в числе отказом от власти. Любая власть, которая отдаст суверенитет европейской державы, не сможет удержаться от власти. У власти. Я уверен, что это будет окончательным итогом всех этих событий. Я уверен, что, несмотря на то, что, конечно, есть большая фрустрация и реакции, в том числе и нажимом на Украину, то, что украинский народ реально сражается с иностранной агрессией сейчас. Я расстроен тем, что просто высказывание, разочарование со стороны Европейского Союза, оно недостаточно. Надо, чтобы Европейский Союз гораздо более конкретно поддержал народ Украины, но я думаю, это придет. Но сейчас действительно судьба Европы, не просто судьба Украины, всего региона, решается в Киеве. Я просто в восторге от мужества украинского народа, в восторге от героизма тех людей, которые сейчас на улицах. И хочу вам сказать, что вас не подолаты, что вы обовязково переможете, и хочу побажать, чтобы вы трималась. Господин Саакашвили, вы вот в конце января в своей статье в Wall Street Journal призывали Запад недвусмысленно предостеречь Москву, чтобы она перестала вмешиваться в дела Украины. Но кроме глубокой обеспокоенности, ничего мы от Запада на протяжении этого времени не слышали. Насколько адекватно вели себя Соединенные Штаты и страны Евросоюза в этой ситуации? Конечно, я расстроен реакцией Евросоюза. Но сколько можно просто вызывать, во-первых, выражать озабоченность и призывать обе стороны к спокойствию? Тут нет двух сторон. Тут есть правительство, которое стреляет в собственный народ. Причем народ супер миролюбивый. Это же не Египет, это же не даже вам не Азия какая-то. Это европейская страна, где такие вещи не могут происходить. Потому что я знаю хорошо украинский народ. Это самый миролюбивый народ, который может быть. Поэтому, конечно, это абсолютно неадекватная реакция. Это напоминает, когда перед войной в 2008 году Европа призывала и нас, и Россию воздержаться от провокаций, винила все время обе стороны, призывала обе стороны. Нет двух сторон. Есть реально, к сожалению, власть Украины, которая под нажимом или под прямым диктатом из Москвы сейчас начала действовать против собственного народа. Для Владимира
Владимира Путина – это вопрос собственной шкуры. Он спасает собственную власть, собственную шкуру, собственное влияние, потому что для него, если Украина будет миролюбивой, мирной, демократической, свободной страной, это начало конца. В этом смысле. И поэтому вещи решаются не только для Украины. Конечно, это очень важно для каждого украинца, для тех героев, которые там сейчас мирно протестуют против за свое и сражаются за свою свободу. Это важно для Европы. Поэтому, конечно, Европа должна проснуться. Но очень многие европейские политики это понимают, но теперешняя реакция абсолютно неадекватна. Сейчас действительно решается судьба будущей Европы. И в этом смысле, конечно, нужно ввести немедленно в эти санкции, немедленно нужно призывать к смене руководства Украины, немедленно и у Европы достаточно рычагов сейчас, начиная от банковских счетов тех людей, которые сейчас нападают на мирных граждан, и заканчивая там всякими, заканчивая в том числе их передвижением и их личной свободой. Более чем достаточно рычагов Запада этим заняться. Господин Саакашвили, вот недавно бывший советник Путина Илларионов говорил о том, что вот сразу, как только начнется Олимпиада в Сочи, Владимир Путин начнет задействовать в Украине, ну, так называемый грузинский сценарий. Согласны ли вы с таким утверждением и видите ли вы признаки того, что против Украины ведутся такие же действия, как вот против Грузии в 2008 году? Абсолютно. То есть как в свое время против Грузии? Путин хочет показать, что это не они виноваты, а что Украина, в нашем случае Грузия, сама провоцировала, что она сама первая начала, что сейчас украинцы сами напали, оказывается, на Беркут. Они сейчас раздают очень сильно паспорта в Севастополе, это я знаю от всех очень компетентных источников, в том числе и Соединенных Штатах. Недавно, вчера я как раз имел беседу с руководством Госдепартамента, которое подтвердило, что действительно Россия сейчас раздает очень интенсивно российские паспорта в Севастополе и других местах Украины. Конечно, это подготовка для отторжения территории Украины, это подготовка к силовому сценарию, который сейчас осуществляется в Киеве. Я уверен, что приказы пришли из Москвы, эти 2 миллиарда, которые российский Минфин объявил, что они сейчас выдадут украинскому правительству, прямая плата за то, что происходит. Кстати, в свое время 2 миллиарда Путин заплатили наши выборы в 2012 году. Эти каким-то образом, эти миллиардами они кидаются, чтобы просто подкупить руководство стран, подействовать на их политику. Естественно, очень много аналогий. Если им удастся взять под контроль Киев Путину, то он это попытается сделать. Если не удастся взять Киев, то если будет в Украине сильная, слабая власть, если будет большая неразбериха, если будет подорван гражданский мир, то он попытается отторгнуть Крым и другие территории. Сценарий абсолютно заранее известен, но я думаю, что украинцы, они очень мудрые, они выдержаны, я думаю, что они смогут решить свои политические проблемы и противостоять этой агрессии. Теперь идет борьба против внешней агрессии, против суверенной европейской державы, против потрясающего, очень интересного народа. Я очень горжусь, я пышаюсь украинцами. Господин Саакашвили, вы недавно стали невъездным в Украину, оказались в списке персон нон грата. Пытались ли вы пообщаться с представителем украинской власти на эту тему и узнали ли вы причины, почему вы персона нон грата на Украине? Я действительно, к сожалению, не могу приехать в Киев, потому что власть, украинское правительство внесло меня в список вместе с многими европейцами, американцами в этот список нон-грата, но я как бы на почетном первом месте там. Я не знаю, чего они так меня конкретно боятся, но я общался с многими представителями украинского дипломатического корпуса и в Европе, и в других местах, они мои друзья, им просто неловко действовать своей власти. Но я думаю, что даже среди многих официальных лиц Украины полностью есть понимание, что не можно в центре Европы устраивать бойню, нельзя устраивать Тиананмен, который произошел в 80-х годах, в 21 веке, бьющийся сердце Европы, что это абсолютно бесперспективная политика, что это власть, которая эти методы использует, она теряет свою легитимность, и народ не остановится. Я уверен, что бы они сегодня и завтра не предприняли, несмотря на ту всю трагичную ситуацию, я очень с большим оптимизмом смотрю, потому что народу, победе народа Украины просто нет альтернативы для вас, для нас, для Европы, для мира. Я думаю, что это все Путин своими действиями, Путин своими вот этими провокациями, которые он сегодня устроил, и реально то, что украинская власть сейчас практически и его силовые структуры выполняют приказы извне, из Москвы. И у меня совершенно, я знаю хорошо Владимира Путина, вообще нет сомнений, что это именно так, практически ускорят эти события. Я уверен, что нет альтернативы вашей победе.
Спасибо, господин Саакашвили. Це був екс-президент Грузії Михайло Саакашвили з Нью-Йорка, який вважає, що те, що відбувається